А в областной детско-юношеской библиотеке имени Габита Мусрепова прошел онлайн-вебинар «Школа. Библиотека. Основные формы взаимодействия. Социализация подрастающего поколения». Мероприятие провели в рамках года поддержки детского и юношеского чтения. В нем приняли участие библиотекари, представители системы образования и комиссии по делам несовершеннолетних. На вебинаре обсуждали проблемы, связанные с повышением статуса чтения, развитием культурной и читательской компетентности детей и молодежи, формированием высоких гражданских и духовно-нравственных ориентиров подрастающего поколения. Также специалисты обсудили новые подходы к организации системы деятельности детских библиотек с учетом современных тенденций. С высокой трибуны наш президент Касым-Жомарт Токаев озвучил главную проблему низкой читательской грамотности школьников, то, естественно, были сразу обозначены основные приоритетные направления образовательного процесса. И, естественно, основным направлением нашей работы является привитие культуры чтения.